Владимир Сапрыкин. О сыре в мышеловке. Читает автор. Жить с мышами в своем доме люди не хотят. В кухне ставят мышеловки и ложатся спать. Покупают для приманки только лучший сыр. Сыр, который ароматный и где больше дыр. Покупают и не знают истины простой, то, что запах у приманки должен быть другой. Это только в детских сказках сыр – еда мышей, и такими байками все кормят малышей. Мыши очень любят кушать разное зерно, и надежную приманкой станет лишь оно. До тех пор, пока приманкой будет только сыр, для мышей в любой квартире будет прочный мир.